Всем привет, ребят. Ну что, вот и настало время прокачать, посмотреть на нашу имбу на максималке. Я уже докачал максимальный уровень, вторую эволюцию. В общем, вот так вот герой выглядит. Сейчас посмотрим на статки. 8-8 грубая сила у нас пока осталась. Потом, когда набьем, поменяем на порочный пакт. Качаем 10-10. Так вот, 10-10, 8-8. Рунами мы поставим грубую силу, но мы ее сейчас улучшим. Ребят, сделаем восьмое. С вас по лайку. Вот такая вот восьмая грубая сила. В общем, 96-й просвет нужен. Вот уже знаем, что надо дальше качать. Сейчас поднимем немножко просветик. И потестим уже. В общем, герой, блин, ну, очень крутой. Сейчас дофармим только. Мне герой нравится. Так, еще разок. Еще чуть-чуть и идем тестить по всем локациям. Кстати, сейчас посмотрим. Смотрите на отхил. Бьет, конечно, рандомно. Посмотрите, как бьет. Очень много вопросов по герою, непонятно многое еще, но, блин, смотрится очень круто. Непонятно, вот видите, сейчас она вообще не бьет своим скиллом. Вот теперь начала бить. Посмотрите, что там делается внизу. Жестко. И по Фрейе, ну блин, массовый урон не по одной цели. Потестируем на PvP локациях, думаю, будет смотреться очень-очень неплохо. Жестко. Ну, конечно, слили очень быстро. Ой, вот. Так, давайте сейчас подкачаем. Просто бешено, 150%. Ну, я не знаю, что она сейчас будет делать. Но, походу, будет очень жестко. Так, окей, давайте поставим. Так, нет. Ставим красного и еще одну хатму, чтобы не было у нас смотрителя. Поехали, начнем с рейдов. Так, стрелок. Да, стрелок энергию забирает, но посмотрите, бешеный, конечно, урон, но просто слили с одной тычки. Жестко. Там Фрейя была против Фрейи. Приемов нет. Вот тут герои попроще, сейчас посмотрим. Так, опять у нас стрелок. Уф. Блин, она проседает, конечно. Ну, посмотрите, как она там зафигачила героев. Знаю, там были эволюции, не эволюции. Я не смотрел, честно говоря. Ну, бьет она добротно. Опять стрелок. Но урон по ней, конечно, увеличен из-за пакта 285 тысяч, как видите. Но разносит, блин, божественно. Возможно, на подземках это будет реально огонь. Потестим сейчас. Давайте сначала рейды добьемся. Посмотрите, там она бьет. Сливается жестко. Ну, тут из-за пакта больше она сливается. Но она не собрана на уклонение. Надо будет на уклонение собрать. Так, окей, поехали на аренку. Потестим там ее опять. Думаю, сейчас тоже ее тут сольют очень быстро. Ух ты, там она героев, блин, просадила жестко. Ну, конечно, первый, во-первых, порочный пакт.
рунами. Это просто, блин, жесть. Ладно, не будем мы тут тестить. Поехали на самое интересное. Посмотрим на урон. Скорость атаки большая. Посмотрите, работает умение. Я не видел, чтобы мы набрали. Знаю, не знаю, надо будет полный перевод, но это просто, ребят, это просто нечто. Это интересный, интересный зверек. Генерал. О, отлично, стрелка нет. Но не работает умение. Непонятно, каким образом оно срабатывает. Там шанс, что ли? Как видите, оно не всегда срабатывает. Не могу понять пока. Тут вообще, смотрите, не срабатывает, вообще непонятно. То ли баги с этим героем, то ли что, ну как-то, ну, неизвестно. Там срабатывало, тут вообще ничего не срабатывает. Сейчас посмотрим. Может, она сейчас подойдет и залпом просто нафиг всех вынесет. Все может быть. Мне кажется, сейчас ее тут ушатает. Надо успеть нажать на выход, чтобы дальше посмотреть. Да, видите, вот. Офигеть! Вот это она там продамажила их. Ну тут, конечно, Фрейя, но если ее собрать на уклонение плюс деф, я думаю, это будет жестко. Сейчас обновлю специально. Давайте так поближе. Я так понял, что вблизи героев она срабатывает чаще. Я вот другого объяснения пока не могу дать, каким образом. Но, как видите, убивается очень быстро, к сожалению. Что у нас по статке получается? 302 тысячи жизней, ребят. 302, офигеть. Это жестко. Атака нормальная. Ну, конечно, жесткий герой получился у нас. Поехали на подземке. Думаю, многим интересно будет посмотреть на этой подземке на нее. Да, и мне, честно говоря, тоже. Ребят, это герой для подземок. Я просто в шоке. Вот это да. Походу, знаете что? Якорь, походу, срабатывает, когда по герою попадают. Офигеть. Офигеть. Представьте, что она будет делать на разгоне. Какой-то Unreal просто. Эй, что вы делаете? И, кстати, вот в древнем она тоже будет просто мега эпическим героем. Так, сейчас я тыковку возьму. Берем всех лишних. Ну это просто жесть, я в шоке. Я сейчас сижу и просто в шоке с этого урона. Шок. Так. Идем сразу на 7-10. Или там давайте 7-9. У многих проблемы с этой подземкой. Сейчас посмотрим. Сразу слили.
Так, это я десятку взял, окей, давайте на десятки сразу. Просто, ребят. Да, тут сейчас Ронина, посмотрите, что он делает. На Ронинах просто зависли, но посмотрите, сколько урона от одного героя. 50% как ни о чем. Просто жесть. Вот это да. Мне кажется, на древнем будет тоже мега эпический герой. Так, 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 так. Еще раз. Ай, магия. За PvP локации не знаю, надо разобраться с включением этого якоря, но думаю, это подобие Фрея, только намного круче. Да блин, да что такое-то, а? Неудобно. На этой клаве переводить другое. Рукожопу, в общем. В общем, смотрим и наслаждаемся. Да, к стану, конечно, проблема, но посмотрите, насколько дамага до хренища. 38% просто тупо вот так вот. Даже ближний эти не поразбивал, дальнего боя герой. Офигеть. Так, а ну-ка я посмотрю, у меня тут на древнем. У меня, конечно, герои не собраны, это все фигня. Так, смотрители. Да, у меня даже здесь не собраны. Против зеленых, что там у нас красные. Ну давайте ради интереса. Просто ради интереса чисто тестануть. Знаю, что сейчас мы сольемся. Просто на изи. Но хочу все-таки затестить. Фигня, это то, что я взял, но это все фигня. С музончика как-то не эпично. Блин, да дамажит, конечно, офигенно. Ну тут я сейчас, блин, этот бредовый тест я потом затестирую, одену героя уже полноценно. Поехали еще на подземку попробуем. Не знаю какую. Ну давайте опять же. Ну, хочу просто посмотреть на этот урон. Походу, да, якорь включается, когда героя бьют. Вот. Автопрок, то есть ударит Анубис, получит сразу же ответку. Ударит Фрея, тоже получит ответку. Посмотрите на урон. Я в шоке. Да, героя вот слили 83%. Один герой просто себе пробежался. И это просто жесть. Ну-ка, сейчас возьмем магию. Пойдем на 6. Не, давайте на 5-10. Ой, это что-то я не туда зашел. Да, умение срабатывает, когда героя бьют. Так, придется включить заморозку. Я... Ау... Что это такое? Посмотрите на это. Это просто вынос мозга, ребят. Любая атака по герою, посмотрите, что он делает. Да, возможно, нас сейчас тут черепа убьют. 96%? Да вы чё, серьезно? 5-10, 96% одним героем.
Ребят, ну я не знаю, это, по-моему, один из самых офигенных и востребованных героев будет для таких локаций. Просто жесть. Побежали в. Напишите, где вы хотите увидеть героя, я сейчас побегу. У меня времени, к сожалению, много нет. Я сейчас поставлю здесь, еще протестирую на забытое. Вы напишите в комментах, где вы хотите увидеть этого еще героя. Ну, я думаю, это просто жесть. Это очередная просто мега имба игрушка. Посмотрите на это. Да, ворожей слил, но 5 героев, из них 3 слилось. Я даже не буду сейчас дальше проходить, чисто ради интереса. Вот опять есть. Надо, чтобы героя просто ударили. Да, просто капец. На атаке фортове, думаю, это будет жесть. Посмотрите, что с Анубиса сделала. Да, ребят, вот это герой. Это действительно оно. Вот это имба. Посмотрите, что там с Анубисом. До свидания, Анубис. Ты куда пришел? Давай до свидания. Офигеть. Я в шоке. Я в шоке. И вы тоже будете в шоке после просмотра этого видоса. Это была тень? И она убилась? Не понял. Вот это был прикол. В общем, ребят, вот такой вот герой. Пишите комменты, что вы думаете. И обязательно лайк, подписка. Пилим офигенные видосы для вас. В общем, всем удачи, всем пока.